Десятый год спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» предлагает каждой будущей маме проявить себя и доказать, что она лучшая. Все участницы умеют танцевать, петь, пеленать ребенка, готовить вкусные и оригинальные блюда и мастерить необычные подарки для своих малышей. Это было что-то волшебное, это было незабываемо. Главная цель нашего конкурса – доказать, что беременность не болезнь, а временное, прекрасное состояние будущей женщины, что она красива в этот период, что она здоровая, что она прекрасна, она верит в свои силы. За корону супермамы боролись 6 участниц, и каждая показала свою креативность, а главное – уверенность в том, что она лучшая. Причем многие конкурсантки мамами становятся не в первый раз, и выбрать победительницу членам жюри было нелегко. Все участницы получили свои особые титулы и подарки от партнеров мероприятия. Корона супермамы 2018 досталась Людмиле Ковалевой. Ее вручила победительница прошлогоднего конкурса. Корона на победителя! Супермама 2018! Я, конечно, безумно рада и счастлива, что победила в этом конкурсе. Эмоциям нет предела. Еще хочу поздравить всех мамочек, всех с праздником, чтобы вы не болели, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас были здоровые детки. И в особенности я хочу поздравить свою мамочку любимую. Мусик, я тебя люблю очень. Будь здорова, счастлива. И все, чтобы у тебя было хорошо. Теперь через год Людмила также передаст корону следующей победительнице конкурса «Я супермама», который проводит спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.